Итак, господа, сегодня мы протестим простой поединок. Что это такое? Итак, смотрите. Слева боец, справа боец. Вы можете... То есть играют два челика, два братка. Вы можете распределить скиллы. Каждый втайне распределяет скиллы. То есть там будет у каждому в личку скинута вот эта вот таблица. Вот этому игроку и вот этому вот эта таблица. Ну тут просто закрыться щитом у них нет щита, поэтому скилл на это не распределяется. Хотя можно добавить щит. У меня просто много. У меня сотни просто вот этих вот... Из готики, из всего юнитов, зданий. Итак, 10, допустим, 10 скиллов дано. Нужно распределить. Ну, допустим, распределяем. Сейчас распределим скиллы. Оба игрока распределяют скиллы. Короче, мастерство боя убираем. Закрыться щитом убираем. Так, скиллы 10. Сейчас. Где там? Сила, она отвечает за то, за кое-кое там. Я покажу потом. Так, 10, значит, жизни. По-моему, если 10 жизней поставить, то он победит. Давайте попробуем поставить 10 жизней. Все скиллы на жизни, а все остальное по нулю. А этому поставим жизни 5. Увертливость от удара поставим ему... Так, там, по-моему, не больше 3 можно, я не знаю. Подожди, 5, 3, еще 2 останется. Увертливость от удара... 22. И... Сбить с ног ударом. Инициатива поставим ему... Два. И вот я сейчас покажу, что такое сила для моей боевки. Если она... Ну, поставим силу 1. Итак. Посмотрим сейчас. Значит, сейчас я распишу на бумажке. Так, жиза, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, у этого 5, но инициатива, сила и уверенность удара у него развиты, а у этого нифига. Итак, начинаем. Сейчас проверю. Так. Так. Инициатива 2, инициатива 0. Генератор случайных чисел. Кто первый нападает? Так. Инициатива 2. 1. 3 к 10. Слева челик. Так, ну не повезло. Ну не повезло реально ему.
Ладно. Три. А у этого от 1 до 10. Справа сейчас челик. А этому еще меньше повезло, поэтому вот этот инициативу проявляет. Вот смотри, как инициатива-то подействовала. Слева гоблин нападает. На! Так. Справа гоблин. Что делать? А, и... так, справа гоблин. Уворачивается от 1 до 10. Пятера. Вот, сейчас я вам покажу, что такое сила. Смотрите, пятера. Они сцепились мечами. Это значит, что они просто сцепились. И кто из них сильнее? Смотрите, сила у этого 1. Поэтому по-любому он должен отбросить его. Как же это рассчитать? Они сцепились, но у этого силы больше. И тут ему сила пригодится. Сейчас еще просчитаем. Подожди. Увертливость. Ой, сейчас еще посчитаем сбить с ног ударом. Я ему не поставил, кстати. Что-то я забыл. А, ну ладно. Значит, сила. Вот они сцепились. Но этот сильнее на 1. Как же это посчитать? Кто кого... Сможет ли он отбросить его? И автоматически инициативу еще проявить. 1, если, то от 2 до 10. Если бы у того было 1, было бы тоже 2. Ладно. Не смог. Подожди, а если посчитать, а этот, ну, в общем, да, он не все-таки не смог. Он не настолько силен. Значит, они отцепляются. Так. Еще раз кидаем на инициативу. У этого инициатива 2. Два. 1 плюс 2, 3. 3 10. Слева чел. Пятерка. Хорошо. У этого от 1 до 10. Ничего себе, ему повезло. Ну ок. Этот проявляет инициативу. Нападает на... Что делает слева челик? Удара 2. Сила 1. Так, этот нападает. Проходит ли удар?
Этот защищается. Так. Легкость удара 2. Значит, 3. Да, защищается. Ничего, обломался чел справа. Даем инициативу. Инициатива слева чувака. Троечка. Что-то не везет ему. Инициатива справа чувака. Это... одного до 10. У этого еще меньше. Поэтому инициатива у вот этого. На. Этот пытается увернуться. От 1 до 10 у него. Нифига себе, он очень хорошо увернул свое зло ему. Хорошо увернулся. У него инициатива автоматически. Нападает. Уворачивается. Да мне пофиг, там рабочий стол там. Там все завалено вот этими. Все завалено, блин, вот этими зданиями, нитами и прочим. Ой, это кошмар. Я могу выложить в паблик или на страницу, сколько я накачал из готики всего, из разных игр всего. Это просто жесть. И еще их выделил отдельно от фона, чтобы они были отдельными. Значит, этот уворачивается, да? 3 до 10. Увернулся. Ну так, в принципе, в боевке и происходит. Они дерутся, уворачиваются, дерутся, бегают, там, гоблины вот эти. Хрен с два. Не получилось. Инициативу кидаем. Увертливость от удара. Инициатива 2. Инициатива у левого чувака. Ох, 7. Инициатива у правого чувака. Ну, блин. Как-то раньше я считал, что если... Ну, окей. Хорошо, пускай будет такая система. Нападает на... Вернулся, хрен с два. На место пошел. Увернулся. Инициативу кидаем. Слева чувак. Да как так ему не везет? Справа чувак. Опять. Нападает. Я просто тестирую, я пытаюсь оптимизировать.
Уворачивается, уворачивается. Хрен с два тебе. Опять инициативу кидаем. 4. У этого тоже 4. Короче, если инициатива 4-4, то они сцепились мечами. Сцепились. У этого сила на единичку больше. Смотрите. Как думаете, как мы это посчитаем? У этого на единичку больше сила. Восьмёра. У этого обычная, не прокачанная сила. Шестеров. Вот. Вот оно. Чел слева отталкивает. Справа мечом он на, потому что он сильнее. Этот, и пока он приходит в себя, этот и автоматически инициативу появляет и нападает. На. Вот тут-то сила и помогла ему. Хотя у него всего лишь на единичку силы больше. А жизни-то у всех одинаковые, представь, круто. Крутой бой. Если вам не нравится, мне самому немного нравится. Ну, у вас, понятно, дела, работа, жена, дети, любовницы, 10 наложниц, все такое. У меня ничего нет, поэтому я вот чем занимаюсь, гоблинами. Так. И калькулятором случайных чисел. Офигеть. Нападает, значит. Сила еще влияет на то, как он сильно ударит. Хорошо, давай посмотрим. Сможет ли этот увернуться? Смог. Опять смог увернуться. Окей. Простите. Кидаем на инициативу. У этого 3. Инициатива. У этого 0. Шестерка. Короче, опять у этого инициатива. Этот пытается увернуться. Уворачивается. Это что такое? Опять кидаем на инициативу. Шестеро. Единичка. Опять нападает. На. Уворачивается. Не уворачивается. Теперь прокидываем. Теперь тут зависит. Тут сила и сбить с ног ударом, если бы у него было бы круто. Но у него нету сбить с ног ударом. Поэтому сбить с ног ударом. Если десятка выпадет, сбьет с ног ударом. Нет, не выпал. Сила 1. Простите.
При нападении он наносит ему больший урон, потому что у него силы больше, он сильнее пробивает. У этого жиза как меньше, как минимум, отнята одна. Но вопрос, если сила на единичку всего лишь, то две жизни отнимает? Или как? Или прокинем? Давай дадим шанс. Смог ли он применить силу, потому что у него всего лишь на единичку сила больше. Допустим, 2 от 10. Хорошо, 1 до 10. Ой. Да, он отнял ему две жизни. Вот так вот. А я-то думал, что правый победит. Так. Если он нанес удар, то опять кидать на инициативу, или он продолжает наносить удар? Инициатива-то у него два. А давайте сделаем так, что если он нанес удар, как повредился, то он может нанести и второй удар, но тот может защититься. Давай, короче, он продолжает наносить удар. Этот продолжает. Хотя нет, если бы он сбил с ног его. Давай сейчас тогда, знаешь как? Инициатива 3. Но бонусом. Четыре от 10. Пятера. А у этого единица от 10. Да. Опять нападает на. Не смог увернуться. Смог ли он сбить с ног? Не смог. Жизнь отнимается. Теперь вопрос, отнимется ли у него больше жизни, поскольку он сильнее бьет. Нет. Хорошо, если тройка. Тройка. Ну ладно. Инициатива. Пять бьет. На. Это уворачивается. Увернулся. Все, увернулся. Кидаем инициативу. Нифига, инициатива десяточка. А у этого девяточка. Ну ладно. Бьет. Сможет ли этот увернуться? Сцепились. Записывает. Сцепились они. У этого силы больше на единичку. Как ты меня просчитывал? Что-то я забыл. Кто кого?
Либо они просто оттолкнутся, либо кто-то кого-то оттолкнет. Шестеро. Семеро. Короче, они оттолкнулись. Девятка, восьмерка, опять инициатива, на, блядь. Не увернулся, сможет ли этот сбить с ног? Нет. Минус, жизнь опять управа. Сможет ли он ему еще дополнительно нанести? Хотя нет, это... Нет. Так, ну он, по идее, снова бьет. Подожди. Да, он снова бьет. Этот ни хрена не уворачивается. Может ли его сбить с ног? Нет, ни хрена. Может ли он пробить ему? Так, пятерочка. Короче, они сцепились, типа. Когда тут попытался еще. Хотя, подожди, пятерочка. Это что делать, когда пятерочка? Середина. Перекидывать? Нет, не смог. Заново кидаем. Ой, стоп. Заново кидаем инициативу. Пятера. О, десятка. Сможет ли это вернуться? Так, он впервые, кстати, или не впервые уворачивается. Увертливость удара 2. Значит, 3. Уворачивается? Нет. Сможет ли этот сбить его с ног? Нет. Вот впервые жизнь теряет. Сцепились, короче. Да, отбивает. Так, теперь снова кидаем инициативу. 3-10. О, девяточка. О, этого двоечка. Смог ли сбить? А, этот уворачивается? Нет. Уворачивается. Снова инициатива. Троечка. О, как не повезло. Этого больше инициатива. На. Увертлость удара 2. Так, увертлость удара 2. 3-10. Вернулся неплохо так.
Получается новая инициатива, кидаем. 4. 5 этот. Везет ему. А, снова бьет. Увертливость это даже 2. Пятеро сцепились мечами. Этот закашлял. Извините. Извините, ребят. Так. Сцепились мечами. У этого силы на единичку больше. Да ее... Подожди, было 2 или 10? Я что-то не понял. Я 2 раза нажал. Ну, короче, он отбивает. По-любому. Я что-то... Кажись, я 2 раза нажал. Так. Снова инициатива. Четверо. Не везет ему. О, сцепились опять. Четверо. Трое. Короче, этот, который сильнее... Отталкивает того, который справа. Я уже сколебал вас своей инициативой, извините. Пятеро. А у этого вообще единичка. На, нападает. Уворачиваемся. О, как он круто увернулся. Повезло ему. Увернулся, да еще и инициативу проявляет. Уворачивается. Не увернулся. Смог ли этот, сможет ли этот сбить с ног его? Нет. Так, сейчас наносит ли он еще один удар? Да, наносит по-любому. Еще наносит. Этот уворачивается. Увернулся, все. Пошел нахрен. Увернулся. Снова опять же инициатива, которая заколебала вас всех уже, я понимаю. Шестеро. Семеро. Но опять нападают. Не увернулся. Сможет ли с ног? Нет. Блин, походу я не... Походу, все-таки этот проиграет. Блин, как же рассчитать, когда вот он напал, но этого инициатива больше. Он ранен, и тот должен еще начать. Тот может отбить. Давай, короче... Блин, я пока не знаю точно. Ладно, пускай этот нападает. Давай. Не смог защититься, ё-моё. Этот опять нападает.
Защитился. Восьмерка, нормальная цифра. Ой, это вообще единичка. Нападает. С одной жизнью, представляешь? А у этого целых 5 жизней. Ну, жесть. Уворачивается ли этот челик? Нет. Может ли этот сбить его с ног? Нет. А теперь, так как силы на единичку больше, может ли он нанести ему, отнять 2 жизни? Да. Смотри-ка. Все-таки неплохо работает система. Все-таки понятно, что плохо, но не настолько. Одна жизнь против 3. Я думаю, что все-таки этот победит. Он... Жизни больше у него. Так, подожди. Этот продолжает наносить удары, да? Этот уворачивается. Вернулся. Прокидываем инициативу. 3-10. 4. 1-10. 4. Сцепились мечами. Ну, не повезло. А этого тоже, короче, отбросились. Ой. Я его на 2 части разделила, как в фильме «Куб». Что там записывает? Так, опять инициатива. 3, 10. 5. 1. Смог увернуться? Смог. Опять инициатива. Троечка, десятка. 8. Десятка. О, все. Походу этому конец. Одна жизнь. Так, 5. Это значит, сцепились. Отбрасывает. Так, теперь инициатива. Ого, 10. 3. Так. Инициатива 10. Из отчаяния на бьет. Этот уворачивается от 1 до 10. Уворачивается, блин. Ну.
Пятерочка. Не смог увернуться. Минус жизни, фига себе. Смог ли сбить с ног? Не смог. Продолжает удар наносить. Сможет ли этот увернуться? Увернулся. А, подожди, там же еще... Сейчас. Он ему две жизни отнял. У них по одной жизни, короче. Хотя, подожди, это я неправильно считаю. Ну ладно. Силу я не могу пока точно зафиксировать, как ее засчитать. Короче, и дальше он увернулся. Окей. Все, теперь решающий бой. По одной жизни у них, представляешь? Поразительно. 3-10. Шестеро. Ну, бьет. Не смог увернуться. Смог ли сбить с ног? Нет. Фига ли, слева челик, которого было 5 жизней, победил. Виктори. Да. Интересно. Хотя у этого 10 жизней было. И он становится ветераном. Получает звездочку, скиллы дополнительные. Сколько он может себе добавить? Победил гоблина. Пускай жизни себе добавит. Не люблю цифру, пускай 7. Так. Ну ладно, первый бой прошел, сейчас будет следующий, если вам не надоело. Ну, я уверен, что вам надоело.